Доброго времени суток, друзья. Сегодня я вам покажу, как легко и быстро скачивать моды для Arma 3 и как это делать быстро, удобно. Ну и все там будет красиво. Для этого нам потребуется специальный лаунчер. Называется он AT Launcher. Заходим на их сайт, он в SCP, нажимаем кнопочку Download Now. Нажимаем открыть, да. И дальше, next, 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 выбираете, куда устанавливать, и все. Там все легко, и он у вас сразу откроется. Так что я вам покажу, что вы увидите первым делом. В принципе, вот что вы увидите. Ну, конечно, сервера будут другие немного, но это не суть. Favorite History Mods Advanced. Я, кстати, не знаю, что это такое, поэтому просто пока будете использовать только вот эти парочку вкладок от сервис Favorite History и Mods. Но сначала заходим в Settings, выбираем, куда будут скачиваться моды. Arma Settings — это там, где Arma, но он у вас сам ее найдет. И Use 64-bit when available. Тоже поставьте. Ну, если у вас, конечно же, есть система с 64-битным процессором. Да. Затем выбираете мод, на котором вы хотите играть. Apply. Допустим, Exam. Но сначала можно, если вы знаете конкретно себе, куда вы зайдете и какой мод требуется, листаете до Exile и видите, у меня он уже скачан, но у вас это будет выглядеть так. Subscribe, подписывайтесь, идет скачка, и появляется три кнопочки. Verificate, проверка, ну, целостности как кэша. Delete, удалить. И folder — это куда скачивает сам мод. Как видите, модов у меня здесь немного, так как у меня многие стоят из воркшопа. Ну, вообще необходимые. И получается, производится скачка, и все, вы захотите зайти на серу, допустим, вот на первое. Но видите, здесь помимо, как сказать, помимо Exile, есть еще другие моды, такие как Run Zombies, Extend Base мод для Exile, для создания баз. Run Zombies — это зомби добавляется. Time Fix for Exile Miniguns — это фикс для миниганов в Exile. Open Chernobyl Project — это открытая карта Чернобыля, НАТОвская, Винцел, НАТОвская русская техника, не знаю. Специалист Military Arms — это, в общем, оружие. И в эти... Я не советую вам на таких играть, так как это милитаризированная серия. Там выживают только те, у которых есть БРДМ и БТР. Поэтому на таком я не советую. Играть вот, допустим, на Юкеле 111, у него онлайн большой, под вечер, и здесь требуется только экзам. Нажимаете «Зайти», и все, происходит как бы загрузка игры. Спасибо за просмотр.